Союз журналистов Москвы выражает глубокое недоумение и возмущение по поводу открытия прокуратуры Берлина дела против корреспондента нашего канала Ивана Благова. Об этом говорится в заявлении, которое было распространено сегодня. В нем также содержатся слова поддержки в адрес журналиста. Напомню, что именно наша программа первой сообщила о 13-летней русскоязычной девочке Лизе. Ее родственники уверяют, что ребенка похитили и изнасиловали. Мигранты. Полиция Германии прокомментировала это дело только после шума, поднятого в прессе. Союз журналистов России сегодня выразил надежду, что правоохранительные органы Германии, цитата, «объективно подойдут к рассмотрению данного вопроса».